Я Ольга Кривецкая. И сегодня я хочу вам показать упражнения на укрепление шеи. Эти упражнения вы можете делать как дома, так и на работе, если вы работаете в офисе. Первое упражнение. Садимся на край стула и начинаем опускаться вниз. При этом мы держим голову, шею, плечи и позвоночник на одной прямой. В этом упражнении прекрасно укрепляются мышцы шеи, но я не рекомендую делать больше 15 раз, чтобы не перекачать. Также прекрасное упражнение, которое укрепляет платизму. Платизма – это соединительная ткань, которая полностью покрывает всю поверхность нашей шеи. Сейчас нам нужно говорить букву «ы» так, чтобы углы у нас разъезжались вниз. Но чтобы не заломить себе ненужных морщин, нам нужно этот залом зажать, закрыть. Поэтому мы закрываем руками уголки губ, которые у нас вот сюда вот могут уйти вниз. Держим крепко и начинаем проговаривать букву «ы». Вы можете увидеть, как полностью напрягается вся шея. Уже через 10-15 таких повторов вы почувствуете приятное жжение в области шеи. И третье упражнение, чтобы шея у нас была стройной, изящной, вытянутой и эластичной, мы делаем вытягивающее упражнение на мышцы шеи. Рисуем полукруг в одну сторону и полукруг в другую. Сделайте также 30 таких повторений. Обязательно полукруги нам нужно рисовать параллельно полу. Я желаю вам хорошего настроения и отличного дня!